получил из магазина Gearbest репитер, Wi-Fi усилитель, его по-разному называют, но это не Wi-Fi усилитель, это Wi-Fi репитер. Это увеличитель радиуса сигнала. И, значит, смотрите, некоторые ошибочно считают, что его достаточно воткнуть рядом с потребителем сигнала, и все будет хорошо. На самом деле, надо его включать посередине между источником сигнала и потребителем сигнала. То есть он увеличивает радиус сигнала. Это вторая версия, она обеспечивает 300 мегабит в секунду. Ну, в общем-то, более чем достаточно. А работает она только с частотой 24 Гц. Для настройки вам потребуется программа Mi-Home. Весит он просто там сущие граммы, на самом деле. Даже 20 грамм нету. А нет, есть. 22 грамма, 20. 20 грамм. 20 грамм есть. Странно, я думал, легче даже. Так. В длину. Миллиметров и ширину 30 миллиметров. Ну, в принципе, вот и все, что можно сказать. Настраивается с помощью программы Mi-Home. То есть вы подключаете к любому источнику питания, блоку питания, либо USB разъем на ноутбуке, на компьютере, на ТВ-приставке, неважно. В это время ваш телефон должен быть подключен к той сети, к частоте 2,4 Гц, той сети, которую вы хотите вот настроить данный репитер, и добавляете девайс. То есть люди, у которых есть Mi-Home, они в принципе знают, как это работает. Всем спасибо, спасибо магазину Gearbest, где я приобрел этот товар за $5.59 и 90 центов, если я не ошибаюсь, я отдал за доставку. Итого он мне обошелся 6.50. Цена очень хорошая для Украины, просто шикарная. Всем спасибо, до свидания, удачных вам покупок в Китае.